Лиза! Мия! Мур-мяу! Тав-тав! Буся! Мур-мяу! Жоржик! Тяв-тяв! Вики! Тав-тав! Мур-мяу! Дэн! Мур-мяу! Тяв-тяв! Мур-мяу! Тяв-тяв! Кошечки, собачки! Новая жизнь старых вещей! Чай, пожалуйста. Не то, не то. Это уже надоело. Здесь кружево оторвалось. Моей принцессе абсолютно нечего надеть. Эх, вот бы новую машинку. Смотри, можешь так? Сто тысяч раз могу. Скучно. Может, в поезда поиграем? Давай! А давай все, что есть, заведем. Давай. А что у нас еще есть? Надоело! Я уже миллион раз собирал эту мозаику. А я 2 миллиона. Скучно. Вот здесь еще закрепи, дорогая. Мама, папа, купите нам новые игрушки. А что случилось со старыми? Надоели. Ну, пожалуйста. Дорогие дети, прежде чем покупать новые, надо решить, что делать со старыми. Папа прав. Ваш шкаф переполнен игрушками. Может, подарите их друзьям? Точно! Вы остаетесь, вы пройдите сюда, вы остаетесь, а вам сюда. Берем, отдаем, берем, отдаем. Улыбочку, принцессы мои. Кому что нравится, налетайте, все бесплатно. Интересненько. А что? Отличная идея, Алиса. Ой, какие куколки. Смотри, что Алиса с Максиком предлагают. Любопытненько. Может, и у меня есть что-то ненужное. Ух ты, я тоже хочу. А у меня что есть? Участвуйте в акции «Поменяйся игрушками». Не проходите мимо, раритетные издания сказок. Меняемся. Мы хотим отдать вот это все нашим друзьям. Можно? Конечно, можно.
А куда вы это понесли? Во двор, к Вике! У нас там ярмарка! Дорогой, давай поможем детям. Конечно, дорогая, давай поможем. Ребята, наступила весна, и скоро с юга к нам начнут возвращаться перелетные птицы. Когда наступают холода, многие птицы улетают в теплые края, потому что любят теплое солнышко, зеленую травку и цветущие деревья. Но это вовсе не значит, что они останутся там навсегда. Когда в родных краях сходит снег, они возвращаются. Ребята, не отвлекайтесь. Одними из первых прилетают скворцы. Нам с вами надо сделать скворечники к их возвращению. Ну что, ребята, сделаем скворечники? Да! Ура! Ура! Тяф-тяф! Как это здорово! Отлично, дети! Но запомните, скворечники должны быть такими, чтобы птицам захотелось в них жить. Наш урок окончен. До свидания, ребята. До свидания, тетя Аня, дядя Леон. До свидания, ребята. Спасибо за урок, дядя Леон. Пожалуйста, Жоржик. Хорошего дня. Мы такие домики сделаем. Тяф-тяф, самые модные. Вы упадете. Мода здесь не главное. Важно, чтобы скворечники были крепкими. Я, Мурмяу, построю настоящий замок для птиц. Ты серьезно? Конечно. В замке любая птица захочет жить. Нет, так не годится. Скворечники должны быть практичными. Минимум украшений, максимум пользы. Ну что ты, Жоржик, домик должен быть красивым и уютным. Он должен быть крепким и надежным. Нет, нарядным. Нет, практичным. Красивым. Ничего вы, мальчишки, не понимаете. Мы будем делать красивые скворечники. Ну и пожалуйста, посмотрим, чьи скворечники будут лучше. Mm-hmm.
Стены сделаем синими, а крышу розовую, а башенки оранжевыми. Тяф-тяф, у нас будет самый красивый скворечник. Какие-то они у вас не похожие на скворечники. Какие-то косые. Зато надежные, да. Надо было крепче прибивать. Или не торопиться. Дети, что случилось? Почему вы такие грустные? Неужели это дождь так вас расстроил? Мы сделали такой, Мурмяу, красивый скворечник. Так старались. А он вот. Мы хотели сделать много простых скворечников. Ах, вот в чем дело. Ребята, вы отлично постарались, но мальчикам не хватило терпения и внимательности, а девочкам надежности и практичности. У меня к вам предложение. Давайте работать вместе. Тогда у нас обязательно получатся надежные и красивые скворечники. Птички будут довольны. Да, ребята. А мы с Леоном вам поможем. Да! Ура! Отлично, дети! Закончили! Ура! О! Какие красивые скворечники у нас получились! То, что надо! И практичные! Такие точно не поломаются! Вот видите, ребята, как важно работать в команде! Вы отлично справились с заданием. Дети, вы такие молодцы. Ура! Скворцы прилетели! С новосельем, птички! Папы. Папа, папа! Что случилось, Максик? Представляешь, в поход дядя Арчи и Роберт, они пойдут в поход. И с палатками, и рыбалка, и ночевка, и все сразу. И они разрешили нам пойти с ними. Представляешь, пап? Да. Пап, ты что, не хочешь?
Ну, пожалуйста! Не люблю я эти походы, котеночек мой. Сам подумай, в лесу вечно куча комаров, да и нет нормальной кухни, чтобы приготовить вкусный ужин. Ну, пап, ну, пожалуйста! Ну, хорошо, идем в поход. Ура! Ху-ху! Ей! Да, только стоит получше подготовиться. Не отставай, Адам, у нас еще куча дел впереди. Самое время сориентироваться на местности. И немного передохнуть. Видите, ребята, это юг, а это север. Ага, пап. Да. Нам надо повернуться так, чтобы карта совпадала с компасом. Вот теперь мы точно знаем, куда нам. Ого! Вау! Твой папа такой умный! А то! Друзья, подождите меня! Чувствую, это будет очень долгий отличное место. Здесь и заночуем. Знаешь, а у тебя крутой папа. Он такой сильный, смелый, ловкий и удочкой вон как может. Совсем не такой, как мой. Эх, это правда. Что-то я сегодня очень устал. Отдохнуть бы. Роберт, помоги-ка мне собрать палатку. Мне бы сейчас после всех этих приключений лечь в теплую кроватку, выпить горячего шоколада. А впереди только ночевка на жесткой земле и никакого вкусного ужина. Эх. Чего-то я тоже устал сегодня. Ну, вот и готово. Для ночевки хватит. Уместимся как-нибудь. Так, самое время историю костра под уютным пледом, вкусного ужина и горячего шоколада. Да? Откуда же это все возьмется в походе? Я бы в жизни не смог так все здорово продумать.
А в палатке нас ждут уютные спальные мешки. Новая коллекция, разработанная мной. А вот и уютная кроватка. Спасибо, дядя Адам. Это точно. Вон как мой папа все устроил. Ну что, кто готов послушать страшные истории на ночь? Пожалуй, не откажусь от такого удовольствия. Итак, однажды у меня закончился шампунь. Я решил помыть голову гелем для душа, но подумал, а можно ли для этого же... Знаешь, Максик, вдруг а у тебя для душа очень крутой папа. Да, мыло. У нас с тобой самые лучшие папы. В общем, ситуация у меня была страшная. Не позавидуешь. Алиса! Мия! Мур-мяу! Тап-тап! Буся! Мур-мяу! Жоржик! Тяп-тяп! Вики! Слово. Варенье, палка. Всем привет! Во что играем? Привет, Дэн! Съедобное, несъедобное? Яблоко. Пирожное. Кактус. Ой, он же несъедобный. Ну вот, мама обедать зовет. Лови, Алиса. И мне пора. Еще к контрольной по математике надо подготовиться. А чего там готовиться? Я эти задачки как орешки щелкаю. Ой, правда? А я в них ничегошеньки не понимаю. И я тоже. Ребят, поможете разобраться? Да запросто! Ура! Тогда приходите ко мне в 3 часа. Все вместе позанимаемся. Придете? Не вопрос. Обязательно придем. Смотри, конфеты. Как раз 2 штуки. А у меня яблоко. Может, не пойдем домой обедать, а лучше покатаемся? Давай. Времени еще много. Давай. Дэн, скоро 3 часа. Пора возвращаться. Ну что, начнем пока без ребят? Давай. В одной коробке 10 карандашей, в другой в 2 раза больше. Сколько всего карандашей в обеих коробках? Может, сначала по печеньке съедим? Давай.
Да уж. Давай я первый. Ой-ой. Ой, Жоржик, держись за это! Что же делать? Нас уже ждут. Позвоним родителям? Нет, долго ждать. Давай сами попробуем. Ну-ка, подержи меня. Вот, давай. Ничего не получается. Назад. Давай позвоним девочкам и скажем, что не придем. О, разряжен. Зато у меня работает. Телефон! Он в рюкзаке лежал! Смотри, что это? Вон там! Весло! То, что надо! Ой. Ура! Завтра у меня будет двойка, но не умею я их решать. 3 часа. Неужели ребята не придут? Смотри, беседка! Давай переждем дождь. Ты что? Мы и так уже опоздали. Мы уж и не ждали. Но мы же дали слово. Точно. Дэн меня всю дорогу подгонял. Ура! У нас пятерки! Спасибо, ребята. Без вас бы ничего не получилось, Мурмяу. Просто Дэн умеет объяснять. Просто Жоржик умеет держать слово. Пошли в мяч играть! Побежали!